Передвижной дельфинарий в Ульяновске появляется не первый год. В 2015-м надувной шатер расположился у аквамола. В этом году на площадке Ледового дворца «Волга-спорт-арена». Зоозащитники рассказывают, как местные жители видели, что фура с контейнерами, оставляющая на асфальте мокрый след, приехала днем 15 числа. Спустя сутки активисты вышли на пикет против эксплуатации млекопитающих в развлекательной индустрии. Как правило, дельфинов для дельфинариев вылавливают. И вовсе не в Черном море, как они обычно заявляют. Вылавливают их в бухте Тайдзи, о которой, я думаю, уже очень многие наслышаны. И очень многие в мире ведут борьбу против вылова дельфинов. Просто потому, что это бизнес, который устроен следующим образом. Находят семью дельфинов, а мать и отца убивают, а маленьких дельфинов делают маленькими клоунами. Я вижу, что передо мной дельфинарий, в нем дельфинчики в неволе, и их там застают прыгать через кольцо. Вот вы с мамой были, да, в 3 твои года. Ты сказала маме, что очень жалко их. Вот что ты тогда почувствовала, что ты тогда увидела? Я когда почувствовала, что это нехорошо. А потом их, когда вылавливают, мама и папа защищают этих маленьких дельфинчиков и перегрызают сети. Судя по рекламе, развешанной по Ульяновску, в шоу участвуют дельфины черноморские, морские котики и белые киты. Океанологи считают дельфинов очень умными млекопитающими с высокоразвитой социальной структурой. В природе они проплывают до 160 километров в день, но их реальностью в развлекательной индустрии становятся тесные емкости, хлорированная вода, постоянные перевозки из одного города в другой, дрессировка, потеря семьи, постоянный стресс. Кстати, доставляют млекопитающих в дельфинарий вот таким образом. Это видео из Смоленска 2016 года. А вот другая любительская съемка из Японии. Мелкого дельфина загнали к берегу при помощи сетки. Таким образом их вылавливают. По данным Всемирного общественного движения «Спасаем дельфинов», в природе млекопитающее живет 40-50 лет. В неволе часто не более 10. Здесь я потому, что, как сказать, ну я могу поддержать хотя бы присутствием, что мне не все равно, как обращаются, например, с дельфинами, их возят. Они могут в море плавать, жить своей жизнью. Зачем им быть здесь? Пусть они там. На них также можно посмотреть. Выйти в море на прогулку, на катере. Они подплывают. Сам видел это на Черном море, когда отдыхал в Крыму. Конечно, пикеты – это не вся деятельность зоозащитников. Петиции, сбор подписей, обращения в надзорные органы, письма в Государственную Думу, которые показывают чиновникам, что Россия ожидает перемен. Ведь, например, от цирков с участием животных отказались 45 стран мира, в их числе Иран, Мексика, Италия. Под национальным запретом дельфинарии как минимум в 20 странах, а в Индии дельфины и китообразные признаны разумными существами. Точку в вопросе отношения нашей страны и животного мира поставит только закон об ответственном обращении с животными. Для его скорейшего принятия столичная зоозащитная организация даже объявляла голодовку. Мы объявили голодовку с одним требованием провести второе чтение законопроекта об ответственном обращении с животными в ноябре месяце, потому что мы уже устали ждать, нас кормят завтраками уже. Нам обещали его принять в осеннюю сессию, но мы посмотрели, что в планах Думы по законам, по рассмотрению законов в ноябре нету нашего закона. Дело это не одного дня, месяца и даже года, как показывает практика. Мешает принятию закона, в том числе лобби от заинтересованных лиц. Борьба за свободу животных в России продолжается. Анжела Забаштаева, Андемидов, репортер 73.